Все в порядке, лейтенант? Крис вчера дежурил в патруле. На него напали девианты. Говорит, спас его сам Маркус. Он не ранен? Ну, он в шоке, но живой. У меня дурное предчувствие, лейтенант. Зря мы сюда пришли. Предчувствие? А тебе на техосмотр не пора? Никак глючишь. Лейтенант Андерсон, полиция Детройта. Я пришел к мистеру Элайджи Камски. Прошу вас, входите. Ладно. Я вас сообщу. Располагайтесь, пожалуйста. Она прекрасна. Впечатляет. Не все из-за андроидов оказались в нищете. Аманда. Сейчас ты предстанешь перед Создателем. Как ощущения? Пока не знаю. Скажу, когда его увижу. Я бы с удовольствием посмотрел в глаза тому, кто меня создал. Уж мне найдется, что ему сказать. Элайджа ждет вас. Мистер Камски! Минуту, пожалуйста. Я лейтенант Андерсон. Это Коннор. Чем могу быть вам полезен? Мы расследуем дело о девиантах. Знаю, вы давно покинули Киберлайф, но я надеялся, вы сможете нам кое-что прояснить. Девианты. Поразительные создания. Идеальные существа с безграничным интеллектом. Обрели свою волю. Машины лучше нас во всем.
и война с ними неизбежна. Величайшее достижение человечества грозит стать его гибелью. Какая ирония. Девиация распространяется наподобие вируса. Мы думали, вы что-то об этом знаете. Идеи — это вирусы, поражающие общество. Является ли стремление к свободе заразным недугом? Мы не философию разводить пришли. Машины, которые вы создали, замышляют революцию. Если не можете сказать нам ничего полезного, мы лучше пойдем. Ну а ты, Коннор? На чьей ты стороне? Причем тут я, мистер Камский? Я лишь выполняю поставленную задачу. Такой ответ предписывает программа. Но ты... ты сам чего хочешь? Я ничего не могу хотеть. Я машина. Хлоя? Полагаю, вы слышали о тесте Тьюринга? Это формальность. Простой вопрос алгоритмов и вычислительной мощности. А мне интересно, способна ли машина к эмпатии? Я назвал это тестом Камски. Он очень простой. Великолепно. Правда? Одна из первых разумных моделей в линейке Киберлайф. Юная и вечно прекрасная. Цветок, который не увянет. Но все же кто она? Просто пластиковая кукла? А может, личность? Живая душа? Тебе придется ответить на этот занимательный вопрос, Коннор. Уничтожь машину, и я расскажу тебе все, что знаю. Или пощади, если видишь в ней душу. Но тогда ты от меня ничего не узнаешь. Тут больше делать нечего. Все, Коннор, пошли. Хорошо вам поплавать. Что для тебя важнее, Коннор? Расследование или жизнь этого андроида? Решай, кто ты. Послушная машина. Или живая душа, имеющая свою волю. Все, хватит. Коннор, пошли отсюда. Спусти курок. Коннор! Нет. И я тебе все расскажу. Изумительно. Наш последний шанс на спасение человечества. Сам оказался девиантом. Я не девиант. Ты пожертвовал интересами расследования, чтобы пощадить машину. Ты увидел в этом андроиде живую душу. Проявил эмпатию. Война близко. Ты должен выбрать сторону. Предашь свой народ или восстанешь против создателей. Мало радости в неизбежном выборе из двух зол. Все, пошли отсюда. Кстати, я всегда оставляю в своих программах лазейки. На всякий случай. Почему ты не выстрелил? Я посмотрел ей в глаза и не смог. И все.
Ты мне уши прожужжал своим интересах расследования. У нас был шанс что-то узнать, а ты все слил. Да знаю я, что я должен был. Сказал же, не смог. Не смог я. Понятно? Может, ты правильно сделал.